Привет. Всем привет, дорогие мои друзья. Сегодня выполняю обещание. Мы, когда, помните, видео было, когда мы первый раз пригласили Настю познакомиться. И тогда мы хотели поехать в ресторан, который называется «Украинское село». Это этно-ресторан. Но тогда пошел сильный дождь, если вы помните. И мы решили пойти возле дома, сходить в ресторан. Там мы познакомились. Буквально здесь недалеко этот ресторан находится. Но сегодня праздник. Всех украинцев поздравляю с Днем Независимости. Мы уже решили выполнить свое обещание. Но сегодня опять такая погода. Опять идет дождик. Но хорошо, что не сильный. Ну, едем с нами гулять дальше. Привет! Все те же и туда. Да. О, Азиз приехал. Привет, Азиз. Настя, привет. Тесла, не знаю, все Тесла. Это все Тесла? Да. Колонна. Это не залежит, колонна Тесла. Все Тесла, я ще думаю, что такое? Акция. Раздают, да? Видите нам. Столько Теслы, да? Да, Тесла, Тесла. Одна. О, видишь, как открыто. Тесла тут вообще. Да нет. И это Тесла? Это все Тесла. Это все Тесла. Что себе, это у нас только в Украине. В Киеве, так честно. Так сказать, бедно живут люди. Киевские. Вот это все Тесла, да. Еще я не на. Еще я поздно начала снимать. Настя собралась тоже. Ева, ты... Сегодня платье специально одела. Льняное, под украинский стиль. Единственное, что мнется лег, но зато, знаете, хорошее, такое прохладное такое платье. Иду. Вот украинское село. Это этнокомплекс называется, украинское село. И здесь находится ресторан. Ну, мы сейчас все покажем. Мы ехали сколько здесь километров? Где-то 33 километра или 30, где-то. Да? Это столько километров, и находится он среди леса, среди хвойного леса. Покажи, вон, смотри, какой большой этот комплекс. Так. Ну, давай, здоровайся со зрителями. Ух ты. Посмотрите, какое у нее платьишко. Боже мой. Все, побежали, побежали. Хорошо, пока ехали. Опа. Был сильный дождь. Пока доехали, дождик прекратился. И теперь мы можем спокойно ходить. Ну, сначала в ресторан. Но столько машин, значит, и людей очень много. Маски взяли? Ну. Пахнет вкусно, да. Угу. Флоксы цветут. Здесь церковь вот есть. Да. В этом ресторане я первый раз попробовала банош. Такое блюдо очень вкусное. Это называется банош. Закарпатское блюдо. Очень вкусное. После этого я стала готовить банош. Беседочка. Нет, Тамара, это же не здесь. Мы же туда должны, к ресторану подойти. Сам ресторан зайти? Нет, к нему поближе, наверное, надо. Кому? К ресторану. Ну вот же ресторан. Нет, это не этот ресторан. Нет, это не ресторан. Ресторан там внутри. Нет, вот это все ресторан Пулишина. Люба. Вот раньше мы заходили, здесь сидели с тобой. Помнишь? Ты что, уже? Нет, это не то. Я точно знаю, что это не то. Что-то мы уже забыли. Как? Давно уже здесь были. Да, я точно знаю, там вот дальше. Я ж несколько раз была. Улице, ну, дальше так дальше идем.
Вон тот ресторан, видишь, вон он там в глубине. Это что-то новое даже построили, я его и не видела. Ну, вот это другое же дело. Это ресторан. Я же помню, что он совсем... Добрый день! О, здесь даже больше стало этих беседок. Раньше меньше было. Ну вот, я же помню. Он был высокий. А здесь предлагают на летний. А? Да, ну да, на летний. Да, да, там богато винные столики. А где? Добрый день. Ева, Ева, ты заблудишься. Сейчас я вам покажу ресторанчик. Зайду. Здесь музыка играет. Выбираем. Геруны, банаш, короб смаженный с цибулью, форель запеченная с травами, кровяночка домашняя, дешпаками, чебуреки с телятиной, томатным соусом, запеченные голубцы нет, мясносковая рибка, поехала, телятина, свинина, губка, овощи. Здесь овощи грели. О! Обжечь? Нет, не обожгу, это же специально для дезинфекции рук. А мама сказала, что... Будет хлеб? Я нет. Я буду. Так, три. Хорошо. Три. Как еще скажете, мама? Люба, не будешь хлеб? Нет. Шесть штук. А мне тогда... Еще. А я, например, буду... Солянку мясную никто не хочет? Я бы съела. Борщик червоный с мясом, квасолью, сметаной. Солянку? Ой, а я не мог, не слышите, и банош, и варенье, и солянка. Подумай, давай тебе возьмем фри. А чай? Морозиво с ягодами або горишками. А это? Одну мы казацкий перекус, две штуки. Так, морозиво с ягодами. Давай. Все же как-то мы знаем его. А что ты? Один фрич давай, и один... Я один. Давай шишки искать. Гончарные делают. Да, там есть, мы только что ходили, смотрели, да? Сами делают, да? А похоже на опошню. Нет, опошня так делает. Так, это деруны, да? Деруны. А банаш мой еще... Ага, это мой банаш. С брынзой. У тебя с грибами, да? Да, у меня с грибами. С грибами. Вареники с грибами. Это салаты берем. Салат. Угу. Еще что было у нас? А, вот твои фри. Смотри. Я вешу. Угу. Только ты возьми вилку. Ты сказал, что ты не будешь, я. А уже будет, только вилкой, да? А, на руками ешь. Ничего страшного, вот сюда. А, может, и не надо тебе соус. А это что, у тебя просто салат тоже? Я взял тот и тот салат. Понятно. Свято, смачного вам. Тут гарненьку пісню, підсмачні страви українського села заспівати вам. Нашу українську. Ми сьогодні, знаєте, гарне свято, тому одна калина, одна родина. Бачите, така і наша славна Україна святкує. Край, не лиш на мене, край, не лиш на край. Ти мене,
одна сама. Одна любов, на це життя, одна жарбар, це мужя. І Україна, бо на світлі нема. Прибыла солянка, да? Что-то очень много получается. Я уже так с кем бы поделиться. Бирюзовый мохито. Уже, правда, выпили. Да-да-да. Земляничное мороженое. Дякую. А ну покажи свое это. Ты какой у тебя? Фисташковое. Фисташковое? Да. Угу. И еще потом на чашку. А здесь что, тебе латте? Да. Ох, и чашка. Капучино такое. Да. Пить огромная чашечка. Угу. У меня там тоже такая же. У меня все такое же. Вот. Поели, можно погулять. Ну как, понравилось тебе? Очень вкусно. Ой, теперь еле иду. И даже солому вон дали. А мы пойдем завтра? Конечно, идем уже. О, какая ваза здесь, как при трипольской культуре.
Ага, надо побольше погулять, чтобы все растрясти. А это магазин сувениров. Полиська хата. Коростенский район, Житомирская область. 19 столетия. Початки кукурузы здесь висят. Сейчас пройдемся с вами по городу мастеров. Здесь идет мастер-класс как раз сейчас. Видите? Какие-то красивые изделия керамические делают. Смотрите, какие красивые изделия делают. Ой, да вы что, сами делаете? Какие вы молодцы! Ага. Сейчас мы ждем очереди, когда будет делать Ева, будет гончарное изделие здесь делать. Тамара здесь стоит. А здесь дом коваля. Здесь говорит кузнеца. По-русски забыл. Сделай подкову в новый дом. На счастье. Ага, идем. Ковали здесь. Мастер Ковали Григорий Матиш. Он помню. Доброволец батальона Дніпро 1. Велика 150 гривень, маленька 100 гривень. Це за 150. Угу. Оазис, покажи. Все, готовы? Да. Очки я делаю. О, фартов. Дивіться, нам спочатку треба нагріти нашу железячку прославленою ручкою. Легенько. Я повністю підняться вверх. Вони так забузу. Розумієте? Легенько качаємо. Питаємо спішити. І дергаємо, цілення докладаємо. Нагріти так гарненько, повалі з гарячим металом працюють. Міха, так? Да? Ні. Це пораніше. Так? Да? Сьогодні щось більше до розвитку є. Сьогодні щось якесь. То зараз буде з металом. Дивіться, поки качаєте, розкажу, що будемо робити. Візьмете молоточок. Я буду ставити наставочку, треба сильно сюди гепнути. Молоточком ми будемо, я переставляю, ви знову п'єте. Це ми будемо таку канавочку пробивати, куди ховаються шляпки цвітів. Бачите, це щоб вона не стиралась, коли тунячка ходить. Це ми працюємо з тою частиною підкови, яка обернута до землі. Чудово, чудово. Дозвольте. Зрозуміли, так? По команді? От сюди. Відповідально, так. Пальці не кладемо на ковальню. Так, першим ділом, щоб зробити підкову, треба зробити шибки. Це такий уступчик на краю підкови, як каблучок працює. Конячка на нього спирається. Поїхали. Ближче. З цими каблуками дуже цікава, вона як шипи працює ще. Ти ж як Азі старається тобі зробити подкову. Все для сім'ї. Ірійсько. Молодець. Дивіться, наше завдання наступне на полукруглу рогу, тут її загнути, щоб вона була кругленька. Маленьким молоточком треба бити легенько, часто, добре? Це не треба зовсім. Коли нам пром'ять метал треба, ми великим молотком сильно б'ємо. Тут інша історія, багато. Чудово, чудово. Дивіться, я задам трошки направлення. Бачите, як? Не дуже сильно, так легенько. Давайте розглянемо. Просто метал, коли гарячий, він пластичний. Ми його коли по краю б'ємо, він тягнеться, навіть трошки заготовка стає довше. Так, з другого боку нагріваємо. Те ж саме.
А его здесь со света? Нет, да, да. Мы еще туда тоже сходим. Так само будем говорить, да? Я починаю. Середній частині нема куди метал одіватися, і вона починає вигинатися таким мінтом на постійно під підрію. Давайте. Супер. Готово. Клеїмо середнюю тепер, вона вигинає. Богу можка і все. Є майстри в Франківській. Да, Діна, діда одного бачу, який там все життя працював. З дитинства там якийсь польський кузній починав. Він отаку велику підкову, знаєш, за два більше, ніж оце. За два нагрів. Так, ну, в нього інша система, він так нагрів, з одного боку зробив цей нагрів. Тримайте велики знову. Так само сильно будемо бити. Я бачив, ви вмієте. Дивіться, от сюди, по одному разу. Я переставляю, ви знову б'єте. Ми будемо намічати міста, де проходять ці штуки. Граніт, там шляпка, бачили, таку саму має форму. Вона такі загублені, щоб залишати. Потай. Просто. Банально. Стоп. Тут трошки легше. Сильніше. Так, не розслабляємося. Сонечко наб'є, щоб світив вам додому. Со всієї сили. О. Це дуже часто клеймо ми прикрашали підкови. Для того, щоб якщо вкрутив коміка, щоб було, да, було видно, куди повели. Сонечко. Скоро закипить вода. Чай можна. Можна розбиватися до полюса. Врачі кажуть. Футболка Лакоста теж нова. Зараз таким от. Чудово. Користуйтесь на щастя. Ага, все, дякую. Вішати треба над дверями дуже високо. Все, дякую. Дякую. Якщо вішаєте ззовні, то треба вниз ножками так ага. Нас повісити, просто це щоб забити повісити. Понятно. Вона відлякує чисту силу. Ага. А всередині тільки все, дякую. До побачення. Як закінчиться, подкова, приходьте. Приходьтеся. Добре. Держи, повісишся дома. А чого у себе вона, смотрите. Ага, дай посмотри. Солнышко. Где? Вот это он сказал, солнышко? Да, а, да. Угу. А с этой стороны? Коваль счастья. Еще тепленькая. Коваль счастья. Класс. Молодец. Смог, смог. А что, Ева, ты уже одеваешь? Азиз сковал подкову. Дальше идем. Здесь пекарня. Хлебчик 100 гривен? Давай. О, хорошо. Солодовые закваски. Говорит, на дрова. Хлеб из печи приготовлен за старинным рецептом. Солодовые закваски. Ржаной и солодовые закваски. Это а, житно-пшеничный. И вы в печи готовите? В этой? Заходишь сразу мукой и хлебом пахнет. Инструменты такие. Вы вот этими инструментами старинными и пользуетесь, да? Антураж, все. А, антураж. Да. Ясно. Интересный какой стульчик у вас здесь. Эти не речи не використовуватися зараз, ну, як би, можна сказати, гріх. Їх треба берегти. Берегти, да? Да.
Дякую. Олейница. Масло здесь взбивают. Очень интересно, кстати, посмотреть, как взбивают масло. Но сегодня они закрыты почему-то. Мы, может быть, уже поздно приехали. Здесь какое-то здание тоже. Я помню где-то... О, травница. Здесь травы сушат. Про травы рассказывают. Рука. Рукоделие. И шаг кричит. Это рядом зоопарк здесь. Игрушки. А это что здесь? Чи кобза? Це бандура. Бандура. Це кобза. Ага. Це ліра. Делають ігрушки своїми руками. Бандури, музикальні інструменти. Вже, вже. Зараз, зараз. Давай. Стоп. Какие молодцы, все сами делают. Все, бери, малюй. Бери, розмалюй. Мы дома будем малювати, да? Все, давай розрахуємося. Так уже ж розрахували. А здесь он петушки. Ага, понятно. Здесь петушки, грибочки, боже. Чего только здесь нет. Муравей, посмотрите, какой. А на что, я классно? Да, вас я интересно. Даже мне здесь очень интересно. Я бы сама что-то делала руками. Здесь еще где-то когда-то было самогоноварение, даже была такая хатынка, где, ну, может, и есть, я просто не могу найти и вспомнить, где оно находится. А здесь уже начинается зоопарк. Там ослики. Хвостики осликов. Вот рушники. Полотенца. Видите, вышитые какие красивые. Вот этот вот цвет. Правда, дождь намочил. Вот здесь хатынка. И при входе висят качаны кукурузы. Ну, здесь так называют. Качаны. Початки называют качаны. Видимо, раньше так вот сушили кукурузу возле входа. Причем эти хатынки, они настоящие. Их привезли с разных регионов Украины. Почти как в Пирогово у нас в Киеве. Добрый день. Кто наступный? Так, а як тебе, красуня, звати? Єва, мене звати Сашко. Приємно познайомити. Так, Єва, стоїмо ложками на колесо і сідаємо сюди в куточок. А ти вже робила горщики чи перший раз? Перший раз? І що, тобі не страшно? Оце ти така смілива дівчинка? Так, Єва, беремо глинку і гарненько жмакаємо. Тримай. Жмакай глинку, а я піду ще візьму. Давай, жмакай, жмакай. Ти гаршочок хоч побочи. Жмака сильнее, сильнее надо. Ліпити її по центру. Для цього нам треба взяти шматок глини, тримай. І гарненько треба ляпнути по центру. Молодець. Мочимо ручки, будь ласка. І мокрими ручками кладемо на глинку. Клади ручки на глинку. Глинка коротенька, слизька, мокра.
Щебякає, квакає, наче якась там жабка-кривулька. Так, зловили з боків, притиснули, вийшла гора глиняна. Тепер прижимаємо гору глиняну зверху. Ось так. Понатискавши, порівнявши, наша глинка стала рівненька та слухняна. Тепер будемо робити всередині отвір. Щоб зробити всередині отвір, для цього робимо так пальчиком. На пальчиком шукаємо серединку, слідкуємо, щоб пальчик потрапив по центру і при цьому, щоб палець не відкрутився. Ось так. Напевно, у нас вийде горщик-сміхотунчик, так? Тепер цей пальчик. Всі, хто його будуть в руки брати, зразу сміятимуться, настрій підніматиметься. І розгорнули нашу глинку. Так, коли ми нашу глинку розгорнули, тепер, красуня, думаємо, що ж ми будемо робити? Тарілочку, мисочку, горщик чи вазочку? Що ти хочеш? Що, миску під борщ зробимо? Чи горщик під цукерки? Чи може такий глечик з вихилясами? Хочеш глечик з вихилясами? Добре. Щоб зробити глечик з вихилясами, робимо так ручки. Так, ручки рівненько. Кладемо ручки на глину ось тако. Дивись, легенько знизу вгору піднімаємо і легенько відпускаємо. Мочимо пальчики. І піднімаємо глинку, давай. Ручки з'єднали. Давай, з самого легше. Знизу вгору. Стоп. Зайчик, тільки сильно не стискай, бо глинка дуже тоненька. Так, мочимо пальчики, будь ласка. Бач, тут уже тонко дуже. Зрозуміло, зайчик? Дуже сильно не натискав. Ніжненько, як котика гладить. Обережненько. От ручки рівненько. Ось так, зроби ручки. Ручки з'єднані. Ось так. Пальчики зав'язали. І дивись, легенько кладемо ручки з самого низу. Так, молодець. І вгору. Потихеньку піднімаємо. Рівненько, зануримо серединку обережненько. І легенько. Робимо пузо. Ось так. Тепер стей пальчик рівненько. І легенько розгортаємо вінце. Ось так. І бачимо, що з'явилася у нас така вазочка. Висока та пузата. Подобається? Розмальовувати будемо? Беремо пензлик з фарбою, тримай. Доторкнулись. Вийшла смужка. Доторкнулись. Вийшла ще одна смужка. Мочимо ще раз у фарбу. Ще зробимо хвильку. Обережно дивись. Так, вверх вниз. Гарно? Ще, красуня, навчу тебе робити потряпинки. Беремо цей інструмент. З цим зубчиком обережненько ковзаємо вашу зубчику. Ось так. Тепер давай ступочки. А з іншого боку, бачиш, один зубчик. Тримай, будь ласка. Тримай. Обережненько. Так, зверху буде рівно чи з вихилясами? Так, так? Як ти хочеш? Рівно чи з вихилясами? Такі? З вихилясами. Так, пальчик рівненько. Обережненько, натискай. І з'являється вихиляс. Молодці! Вийшла вазочка з вихилясами. Гарно. Подобається? Аля, все. Ох, какая красивая. Ух ты, Ева, какую красивую сделала. Молодец. Старалась така. Як кажуть, гарний настрій – запорука успіху. Бачите, який у Єви був гарний настрій на початку. Так, ручку рівненько сюди став, твій шедеврик. Готова? Увага. І облески вітаємо гарненько. Ой, молодец.
І засовуєш туди отак глибоко пальці. Не можна тільки, якщо туди супер. Так? Якщо ви бажаєте користуватися шпортом, то для цього треба його висушити. Горілка така. Кушка вже має до виповади тиждень. Дивіться, ми беремо, так натискаємо. Бокам пальцем. І розліплюємо до такого місечка. Да, уже получается. Я и там, и тут получается. Да. Пока Ева там мастерит, вдвоем сидят. Да, самые уставшие. Да. Ну, извини меня, кузнец, как ты ковал, ты видел? Кузнец ковал, а мы переживали. И устали. Да. Походили, посмотрели, там лебедей, там рыб, так что то здесь есть что посмотреть, животных. Ты, Люба, ты ходила там смотреть? Да. Мы не успели все посмотреть. Еще не успели? Да. Животных. Так что все интересно здесь. Ну да. Отдохнуть самое оно. Да, отдохнуть. Погода, говорим, сейчас как раз с Азизом, очень повезло. Дождя нет. Не жарко, солнце не жарит, и вообще и погода. Дождь как раз прошел прохладно. Да, и дождь прошел, и свежий воздух. То есть, ой, сегодня хорошо мы отдохнули, подышали. Да. Наберу воду. Не желаете? Колодец. Журавель называется. Ага, видите, похож на журавля. Это вот лягушка, квакушка сидит перед колодцем. А тут вот колодец. Царевна, да? Открываем. А, еще открывается? Настоящая света? Настоящая, открывается. Да? Ну да. Я думала, это имитация. Что-то... Нет, это настоящий колодец. Да ты что? Что-то не свалится? Ну, там, не, внутри нету колодца. Там яма-то есть, а колодца нет. Что здесь написано? А это уйня, наверное, вот это. Слышишь? Это пасечник, наверное. Это дядя Вася. Пасечник. Это Вася пасечник. Усами бачи, усики. Погладим сейчас. Вася, привет. Что ты тут делаешь? Рамки. Вперед нас сюда пришел, да? Рамки, да, вот с ульями, видишь, с пчелами. То есть. Рамки достал. Вот. А это такие улики. Там и правда рамки есть. Ну это Света раньше такие были же, настоящие такие да. Улики были. Там и рамки есть. Бач. Да, даже видите, рамки есть. Угу. Все как раньше у нас было по-настоящему. Это сейчас почему-то маленькие стали делать улики, а раньше улики как улики. Ну да. Еще есть, видишь? Смотри, Свет, вот здесь. Дырочки, видишь? С крыши еще. Сюда да. Влетали. Я боюсь, вдруг они... Действительно, а вот здесь уже открывали и доставали соты. А? Больше всего умиляет вот тот фонарик. Такой. Да, сзади. Вдруг откуда ни возьмись, маленький комарик, а в руках у комара маленький фонарик. Фонарик под крышей. Под крышей, да. Вечером светится, видимо. Необычаем прекрасный. Помнить хочется о ней, по символ верности и счастья от юных лет. И да, сиди на ты, ах, этот мир неповторимый. Пока звучат, звучат взволнованно, стучат, стучат взволнованно сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно, нежно, нежно два кольца. Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Ух ты, какой котик! Готово! Губастый! А как его зовут? Пирожок 2? Томас! Ну, возьми. Нет, еще же он не готов. Так, ну, он должен свистеть. Его же надо выпекать. О, мальчика. Мальчика свистит. Тут тоже свистит. А, ну давай. Тут надо дырки не закрывать. Давай.
Только дырки не закрывай. Спасибо. О, получилось. Это точно история. Все, пусть дай, отдай выпекать. Да что ты мало оторвал, давай еще. Не вытрешь ты. И вот сюда, видишь, мусор. Угу. На вот это. Еще раз. Вот так. Держи. Да. А что ты делала? Я делала котика и делала вазу. Ура, ты мастерица! Большая улитка и маленькая. Большая, вот и маленькая. Да. Одну настоящую, это где-то бегает. Девчина порушник крала, та с Романом размовляла. Ой, Роману, Романочку, отгадай-ка загадочку. Отгадаешь, то я буду, не вгадаешь, то не буду. А что росте без коріння, а что всходит без насіння? А что грає, голос має, а що плаче, слів немає. Ой, каких ты, какие большие рыбы. Да-да-да. А мы заходим в зоопарк. В украинский. В украинский зоопарк. Они кукурузные палочки. Да. Ой, какие-то хрюшки. О, интересные. Волосатые. Да, не говори. Ой, шерсти сколько в них, как в овечек. Ага. Я впервые такие хрюшки вижу. Они, знаешь, на что похожи? На овец. Смотри, какие. Да я же их взяла. Смотри, шерсти. Шерсти, ты видела? Кудрявые, что ли? Какой молодец. Как овечки. Он молодец мой. Ого, Ева, смотри, отойди, смотри. Вот он один, типа Ева. О, боже. Они тут прям все не живут, я смотрю. Какой молодец. А ты такой можно? А вот этому дай, смотри. А он не страшный. Не, не страшно, дай я. Ага, о, смотри. Вот какой молодец. Вот этому дай. Смотри, как он. А он не будет этот? О, смотрите. Ого. Вау, отойди от них подальше немножко. Отойди. Да. Дальше еще есть там. Пойдем в машину. Тролик, смотри. Нет, Иван! А что тролик, он капуста? Ого. Ого. Баранчики возмущаются, что им не дали много. О, здесь и кролик. Люба. А. Китайские шелковые курицы. Ага. Вот эти. Китайские шелковые курицы. Ой, какой красивый. Корми, корми. Он черненький. Посмотри, какой. На черненький. Это черный. Курочка. Капуста. Так ты ж не покормила, да, еще. Я не могу. На. Ай, да что ж ты такой, на. Да что ж ты лезешь, вот. Там быстро засветает.
Он прям с этой. Я малышку даю. Мама. А тут они... Они, наверное, потому что молоко дают. Ух, и рога здоровнючие. Я ему самую здоровую дал. Ого, посмотри, какие рога у этого. Ого. Пошли вот там такая. А я еще вот там мамка, мамка, вон, смотри. Ты ж капусту теряешь, Ева. О, господи. Не бойся, давай, давай, она тебя не укусит. Ой, там еще, о, вот сколько. Еще и кенгуру здесь есть. Лошадь! Кенгуру. Это олени. Кенгуру! А, он кенгуру, да. Ой, олени. Это Бэмби. Это Бэмби? Конечно. Он его дрожит. Да, ты что, пальцем хотел. Ева, смотри, что пальцем. Вот какой, у него такие колючие зубы. А что, он тебя куснул уже? Да. Да. Ой, они такие красивые. Ага. Я ему самую здоровую дам. Он сейчас... А вон кенгуру. Кенгуру. Как будто услышал, смотрит так. Смотри, этот как просит, видишь, дай ему, дай, ем. Давай, я отвлекаю, а ты давай. Видишь, получилось? А то этот большой никому не дает. Давай, давай, быстрее ему. Отходи, отходи. Вот так, молодец. Он, видишь, просит, просит. Сколько не дай, сама. Дедушка, да? Дедушка. Ну, смотри, как они все просят. Так этот просит, так надо ему дать. Ну ладно, мамуля. На, 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 на. Ой, стой, ага, осторожно. Ага. О, все. Все. Мама сейчас будет еще. Ну что ты? Пошли следующих кормить, а то не хватит у тебя. Пошли. Ну пусть тебя бьет. Ламу не а, ламу нельзя, говорит, нельзя. Ламу нельзя кормить. Запрещено. Запрещено, говорит. Тут ламу просят не кормить. Зебу? Ого. Зебу аж вот там. Вот такой зебу. Они огромные, ого. Ева, руку убери. Посмотри, какие зубы у него. Дай. Ну, кинь, кинь, кинь. Ну, кинь туда. Оп, все. О, первый. Я тут съел тупой, молодец. На. Там дальше уже все. О, нету там дальше никого. Корми. Они, по-моему, там где-то. Кабаны! Кабаны! Где панда? Вы очень лучше. О-о. Ничего, я ему другое. Так это тоже можно подобрать. Подожди, на. Ой. О. И этот можно. На, Ева. Бери. На.
Давай вот такое, я лучше кого-то другого. Я кабана люблю. Да? Да. Ну, иди еще других животных покорми, а то он стрекомбит. Он уже ходить не может. Олень красивый. А рога прямо такие, как бархатные. Смотри. Просит, просит, умоляет. Гордый олень, да. Красивый олень. Давай, давай. Пошли, другие еще там по дороге обратно. Ага, капусту не едят. Давай, не мою капусту. Не-не-не-не-не. Как она еще живет? О, зебу. Они похожи точно на коров, да? Ничем ага. Не отличается. Побольше. Корова и не с корова. Родина быкови. Африка. Африканцы. Африканская корова. Бедные ламы просят, а им не дают, что нельзя их кормить. Да. Ева, идем, маленький олень тут. А там вроде написано, оленят не кормите, мы их молоком кормим. Не корми их молоком кормим. Они маленькие, их нельзя. Да, маленький только. Да, он, видимо, молоко. Ого. Да? О, действительно. Да вообще лучше не давайте, он здоровый чересчур. Отойди. Ага. Огромный. Да, этот маленький олененок. Привет, хорошенький. Привет. Недавно, видимо, родился. Какой хорошенький. Там еноты? Да. Спят? Хорошо им, да? Енотам вообще обалденно. Они тоже походили. Ева, кенгуру рядом, смотри. Ой, я раис забыла покормить. Дай ему что-нибудь покушать. Нет уже? А капусту он не кушает, капусту, видишь? Не все тогда. Вам капусточку подарить. А капусту не его ест. Нет, капусту не ест. А, это смотри, ест, ест. Есть, ест. Коза. Я хочу еще. Много их кормить нельзя, да? Можно я их поглажу? Погладь. Ой. Не дает, козел охраняет, видишь как. Пяточки какие! Высунули пяточки. Нет? А видишь кукурузы? За носик так. О, не бойся, не бойся. Не хотят. Ага, все, отходи, Дадань. Пошли, пошли, чтобы не укусили. Сейчас я кроликов поглажу. Нет, не получится. Погладь. Я погладь. Ого. Не бойся, погладь. Ой, боюсь.
Не хочешь, чтобы ты... Ну, пошли, не хочешь, чтобы ты их гладил. Ой, извините. Ой, вот эти, ну, вот эти свиньи, конечно, вообще. Волохатые. Но запах, конечно, о, боже. Что это было? Да. Он к корчму приходил, видишь? Да. Все, пошли. Может, его убили? Нет. Ага. Перед корчмой лежит. Иди сюда. Я испугался, как закричала, он испугался. Пошли. Куда? А это прибежала со скалкой. Корчма, да. Покажу вам вертеп. Угу. Вот вертеп. Иисусик, видишь, родился маленький. Дева Мария. Ну, вот, ну, потому что, видишь, вот здесь цепь. И сюда нельзя. Угу. Ангелочки, смотри. Осли, ягнятка. Все, пошли. Там Иисусик родился. Да. Многоместная гостиница.